Всем привет, подписчики и гости моего канала. Сегодня вторая самочка поедет в Москву в подарок любителю, который захотел ее получить. Так выглядит клеточка, которую я делаю для отправки. Сверху тюль, была занавеска старая, забрал ее для птичек. Отрезаю нужный размер и сверху скотчем прикрепляю. Здесь везде заскочено оно. Дырочку сделал для жердочки. Жердочку насквозь проткнул. Насыпал туда корм. И когда скотчем закрывал, пустил туда птичку. Птичка спокойная, не боится. С этой стороны я прорезал отверстие для поилки. Поилки у меня тоже есть много ненужных таких уже чуть, которые мне не подходят. Вставляется, проволочкой закрепляется. Это стакан от нее. Все, птичка поедет к новому хозяину. Всем пока!